Помните ролик про протирочную бумагу? Это протирочная, не туалетная. И вот в чем разница. С виду они схожи, как той самой быстро складывающейся и удобно переносимой упаковкой, так и по форме. Рулоны и рулоны. Подача может быть снаружи, может быть изнутри. И тот, и другой лист прекрасно впитывают. Как один, так и второй достаточно прочный на прорыв. Вот самое главное различие. Берем протирочную бумагу и кладем в воду. Тщательно перемешаем. Достаем, выжимаем. Берем лист и расправляем. Ей можно делать вот так. А теперь берем туалетную бумагу, тоже производитель Торг. И точно так же перемешиваем. И через несколько секунд туалетная бумага растворяется. В рулоне 207 метров и аж 1217 листов. Упаковка и сама бумага экологичные. Вот вам и разница. Это протирочная после воды, это туалетная.